не огорожено все это. Да. А живы нет или кто? А кто? Не знаю где. Где машина? Мы пришли, машина лежит. Ну вот, вы, наверное, позвонили. Где-то вы просто не признаете. Где мы только увидели? Это что, она сама... Вы видели, как сама сделала, что ли? Сама его ударили, он скатился туда. Мы видели, как провал стоял. Вы что ты меня снимаешь? Ну, снимай меня. Как это? Нет, вы только раскопали. Да это раскопали уже, а провал-то был кирпичами огорожен. Вот так асфальт провалили. Ну это ямка маленькая. Хорошенькая маленькая. Куда слон мог уйти? Это яма наша. Яма. Сейчас приедут, наверное. Сейчас ты теперь будешь виноват, что она туда упала. Нет, это ему вот еще сейчас за всю яму как заплатит еще, помимо своей машины. Да. Три часа тому назад я что, машина? Сначала была малюсенькая, вот. Маленькая была. А потом большая. Нет, я шла уже вот это вырезать. Я знаю. Но я про машину говорю, что не было машины. Как мог шофер ехать, если здесь народ... Вот эти рабочие. Вот еще на этой, понятно. На Вольской также. Вот на Вольской. То же самое, так же с двух сторон. Это, наверное, грунт, что ли, у нас в Саратове такой. Thank you.